Всем привет! С вами за студией Черепашки-рисовашки педагог Марина. И сегодня мы будем рисовать картинку к Дню защиты детей. Присоединяйтесь! Картинка будет нетрудная, доступная и маленькому, и большому ребеночку. Я открыла всю палитру красок, потому что у нас вот все яркие красные краски, потому что у нас будет радуга и яркие человечки. Поэтому доставайте все краски, включая красный, оранжевый, синий, зеленый, палитра, листок, несколько кистей и приступим. Я предлагаю взять какое-то блюдечко. И внизу у нас будет вот так вот. Вот я взяла обычное блюдечко. И обрисовать кусочек земли у нас будет выглядывать, над которым будет у нас наша радуга. Вот такой вот полукруг. Так, и теперь мы с него и начнем. Наша земля голубая, да? Поэтому сделаем голубой цвет. Можно прям синим каким-то. Вот у меня есть. Можно даже без палитры. Вот такой вот голубенький цвет. Если у вас такого нет, разведите с белым. Синий с белым. Получите нужный оттенок. Ну, а вокруг нам тоже нужно будет закрасить все цветом неба. Поэтому белый на палитру и также какой-то синеватый оттенок. И вот таким светлым нам надо энергично, так быстренько, не сильно не стараясь, да, покрасим всю оставшуюся поверхность. Так, делаем цвет неба. Можно было сразу все закрыть, потом землю нарисовать. И так мы часто делаем. Так. Все. Меня готово. Вот такая вот у нас поверхность получилась голубоватая. Так, теперь берем небольшую кисточку. Так, можно вот такую. Я вот предлагаю даже взять какую-то тоненькую кисть, плоскую вот такую кисть, чтобы нам сейчас ей было удобно рисовать. Но это можно делать и круглый, любой. Начнем вокруг нашего. У нас же вокруг Земли обычно атмосфера, да? А мы вместо атмосферы нарисуем радугу. Интересно же? Так, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Знаете, да? К красный. Начинаем с красного. Так, и вот вокруг земли проводим прям вот так вот красную полоску. Видите, плоской кисточкой удобно это делать. Это можно сделать и круглой. Так. Дальше идем. Какой цвет следующий? Охотник. Оранжевый. Так, берем оранжевый цвет. Если у кого нет оранжевого в комплекте, желтый с красным. Слышу вопросы. Так, ну что, пошли рядышком. Проведем оранжевый. Даже если что-то у вас неровненько получилось. Радуга же перемешивает цвета. У нее же не такие, ничего страшного. Каждый охотник же желтый. Так, желтенький. Так, желает знать зе зеленый. Знать, потом дальше г, где голубой, голубенький.
Такая, как земля у нас головой получился. Смотрите, чтобы у вас места для радуги хватило. Если не хватает, уводите в край. Так, все, сидит со синий. Поэтому я вас и просила достать все. Так. Чтобы у нас еще место осталось нашим человечкам. Хочу человечков еще сверху на радугу посадить. Так. Может быть, я крупно с нашей землей-то развернулась. Сидит. Ну, надеюсь, мне место останется. Где сидит? И теперь фиолетовый. Фазан. Ой, какая у меня большая радуга вышла. Можно ее было и поменьше сделать. Зато красиво. А? Красиво? Радуга это всегда красиво. Мы потом ее немножко сбрызнем беленьким. Так. Угу. Так, теперь берем тоненькую самую кисточку. Потому что сейчас мы здесь будем рисовать разноцветных человечков. Вот сколько у нас цветов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 человечков надо и нарисовать. Так, ну давайте начнем с желтого. Так, ну человечков рисовать будем таких абстрактных, нереалистичных. Вот так, например. Давайте прям где-то вот тут. Головка, палочка и ручки. Вот так вот. И ножки. Вот. Вот таких вот человечков. Угу. Дальше пошли. Сделаем красненько. Можно, кстати, несколько. Пусть они, может быть, за ручки даже берутся. Тоже интересная идея. Прям по ходу фантазирую. Ножки. И ручки. Так, дальше пошли. Оранжевый. Не обязательно в том порядке, как у нас радуга, как получится. Давайте вот с этой стороны сделаем человечка. Головка. Головку, кстати, можно сделать ватной палочкой. Ну, просто они разных цветов, поэтому тут у нас много палочек. Палочка, палочка и ручки. Вот они подняли ручки кверху, и они радуются, да? И нарисовали несколько человечков. Так, какой у нас дальше? Дальше пошли. Зелененький, синенький. Ну, в общем, смотрим. Можно добавить еще, кстати, других цветов. Ну, я уж сохраню идею. То есть они как бы с радуги, да? Из радуги у нас вылупились. Так, голубой. Немного возимся. Так, голубенький человечек. Так. Оп. Так, земля у нас еще тоже не закончена. Так, синий и фиолетовый. 1, 2, 3, 4, 5. Да, все правильно. Так. Шариков цветных будем или не будем? И так, наверное, слишком пестро. Если бы вот земля была поменьше, у меня в начале идеи было еще и шариков цветных пустить. А так, большая радуга получилась. Ну, вот так вот, да. И вот такие вот человечки. Так, давайте землю закончим. Нам нужна охра или желтый. Или оранжевый, чтобы нарисовать континенты. Да? Какие-то у нас тут. Да? Вот. Абстрактно тоже. То как-то. Какие-то пятна, да? Вроде как материки.
Здесь, может быть. Что-то типа такого. Так. Ну вот, наша земля. Я хочу еще нарисовать белые облачка, потому что они символизируют как бы мирное небо. Поэтому... Да, вот так вот, какими-то линиями. Можно прям нарисовать, как вы умеете, облачка. Не обязательно, как я. Любые облачка. Вот, можно вот как бы вот, вот так вот нарисовать. Вот в верхней части, да, какие-то плывущие облачка. Так, вот здесь я предлагаю немножко над землей взяла губочку и чуть-чуть, потому что там поверхность губочкой неоднородной, где-то вот тут вот, да, вот так как-то. Тут облака тоже над землей плывут. И немножко вот так вот приштампуем слегка, чтобы уже было правдоподобное какое-то, да, такое решение. Так. А на радугу слегка побрызгаем белым цветом. Это будет именно символизировать как бы капельки росы. Кстати, а давайте разным цветом побрызгаем. Желтым, красным. Что-то я вот так вот. Так, красочка с водичкой. И слегка вот эти красочки. Радуга у нас туда, на радугу разбрызгивается. Будет красиво. Да? Желтеньким побрызгаю. Не обязательно всеми цветами. Какими хотите, такими сделайте. Вот я сделаю желтеньким, слегка беленьким. Потому что он так освежает, да? Так, и красненьким. Да и хватит, наверное. Тоже много не надо. Что, старайтесь попадать на радугу. Чтобы у нас тоже так. Пестроты сильной не было. А то и так радуга красивая. И человечки красивые. Ну вот. Вот и все. Можно еще нашим крайним человечкам дать в руки какие-то флажки, а то вроде как не закончено. Давайте им дадим какие-нибудь вот такие вот в руки флажки. Так. Вроде как праздник. Оп. Ну и все. Но это не обязательно. Так, будем снимать скотч. Вот такой вот веселенький рисунок у нас получился. Надеюсь, что вам понравилось. У вас тоже все получилось. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Присоединяйтесь к нашей дружной рисующей семье черепашек. Впереди лето, будут летние работы, цветов сейчас будет много еще. Очень много у нас в открытом доступе. Смотрите плейлисты, выбирайте. Не забывайте ставить лайки, поддерживайте нас разными способами. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующих работ. Пока-пока!